одном из наших прошлых выпусков новостей мы рассказывали телезрителям о Дине, которой пришлось, прямо скажем, не сладко. Ее соседка по вольеру Лиза, тоже молодая собака, ей около года. Она стерилизована, мы тоже ее отловили клеткой в одной из деревень. Мы ее социализировали. Собака совершенно была не приспособлена жить с людьми. Она поправилась, она выросла. Она с Диной хорошо подружилась. И не знаю, как они будут расставаться сейчас, но Дина для нее это друг. Тем не менее, Лиза нуждается в хороших хозяевах и готова стать членом семьи. Это не охранная собака, а отличный компаньон. Добрая, ласковая, прекрасно подойдет семье с детьми или пожилым людям.